Кунта, трансмит, информейшн. А что ты сам подписи, да ты лиси кола, а не адвокат. Все, а офисы до UK, Америка, и ты играл, а ты пишешь, да, а ты серьезно трюся, да у меня, да у него гива, по-моему, просто, а ты да он же погнать не подойдешь, кидаешь, ты скажешь. Нет, чат. Это что длиннее ты путин, а какой-то хитбол. А ты какой-то политик, блядь, тринги, а ой, да дон таргет. Ну, надо где-то, надо же, у меня было зарение, надо сразу приходить. Ну и за на окна на счет ростой висит, ешь, окна улучшим торцет, а вон топа на окна. А вы только сидишь, и ты мне дали, а не к свету не. Так оно и было. Ну вам придать и свободу. Это бат, а у меня... Сейчас прорекомендую, да, все это будет к одному. Присядь к прокуренным вагоне, там сказано. Я еще точно не помню, у меня была русская тема на щеках. Присядь к прокуренным вагоне, а дальше какой-то фрагал, дальше вас не спокойно, не спокойно. А, слюбил меня, расставайтесь. Слюбил меня, расставайтесь. Слюбил меня, расставайтесь. А каждый раз на, по-русски, потому что с переводом порядка, как у всех. Каждый раз, если навек прощаетесь, тогда прощаетесь навек. Дальше это какой-то еще текст идет, потом идет, что никого не спасла рука, зовущая вдали. Вот. Они это говорят, а что вообще по Петербургу? Ну, надо ли все-таки по Петербургу? Интересно. Ну, почему я, конечно, писал, да ки, значит, сон, значит, у воды с фильмы. Он сиди будет Полюш Актрас. Да, трой то можно же. Да, вот, шар. Еще. 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 Еще.
слоты света. Из какого света? И тени пчелки слота, так называемые. А не дайниси, а самый деликат полсунца. А я вижу, как я вижу этот пилон, аж как раз того времени, сейчас это все происходит. Да, ну вообще, вот, а вот ты говорил, вообще, вообще. А то ты похвала, ты чертовцы. А как я узнал, ты не бегаешь, ты ее собаки. Я еще помню, собаку ее вот так вот. Вот она и в ответ ее просидела. Вот такая потом приходит ваши умники. А из машины вылезает. Она собаку ее приходит, нечем кормить собаку. Гнаты болоту фирью долго. Вот. А это просто только люди, которые еще пела. И рассчитывала светлое будущее в Собянинских гетто. А мне нравится. Get Russians!